Привет. Здравствуй. Хорошо выглядишь. Я о деле хочу с тобой поговорить. У нас было время подумать. Хорошо подумать. Я подумала. Надеюсь, ты приняла правильное решение. Да, правильно. В общем, я на чемпионат не еду. Максим, Воронин! Здрасте, Виталий Борисович. Да, какими судьбами? Каким ветром тебя занесло? Надеюсь, попутным? Родители приехал навестить. Вот заодно и родной лед опробовать. Да-да, водить. Александр Петрович, это я. Лилия, очень хорошо, что вы зашли. Проходите, проходите, проходите. Проходите. Все, я был в Федерации. Ваш паспорт будет готов через пару дней. Да, так скоро. Ну, я же говорил, что с этим как раз проблем не будет. Александр Петрович, я боюсь, что проблемы у нас все-таки есть. Нет проблем, которые нельзя решить. Ну, что случилось? Я не могу с вами ехать. Я заметил. Технику не потерял. Молодец. Помнишь свое одиночное прошлое. Да, такое уж забудешь. Да и жизнь штука интересная. Может, и придется еще вернуться к истокам своим. Так, а как же твоя Джейн? Джейн беременна. Они с мужем сына ждут. Да ладно. А как же ты? Ну, а я вот пока здесь. Мне сейчас новую партнершу ищут. Значит, пока с Америкой ты контракт не подписывал? Да нет. Вот и молодец. Правильно. Нечего там в этой Америке делать. Ну, я бы так не сказал. А ты знаешь, кстати говоря, Максим, сейчас в России фигурное катание становится снова национальным видом спорта. Как раньше, при дорогом товарище Брежнева. Но ты это время не помнишь, ты еще маленький был. Быстро здесь все меняется. А я бы сказал, стремительно. Здесь надо партнершу искать. Здесь, а не там, за границей, зря время терять.
Но я его и не терял, если вы знаете. А я знаю, знаю. Чемпион Америки. Только вот что, чемпион. А тебе не кажется, что пора на родине медали зарабатывать? Да с большим удовольствием. Только было бы с кем. Будет. Будет. Надо тебе партнершу достойную найти. Будет тебе партнерша. Наташ, ну что ты так смотришь на меня? Ну, я виновата, я знаю, но... Что сделано, то сделано. Меня не интересуют сейчас твои эмоции. Я пришла сюда, чтобы поговорить с тобой о деле. При чем здесь эмоции? Ну, просто у нас с тобой уже ничего не получится. Ну, не будет у нас с тобой ни общих медалей, ни общих побед. Потому что что? Потому что мы с тобой как были по разные стороны баррикад, так и остались. У нас с тобой общая цель – выиграть чемпионат Европы. Какая Европа? Наташа, очнись. Я не смогу с тобой больше тренироваться. Ну, не смогу я. Психологически не смогу. Не смогу я выходить на лед, зная, что ты стоишь там за бортиком и смотришь на меня. А я смогу. Потому что я смотрю на тебя, как тренер смотрит на спортсмена. А все остальное мне безразлично. Был бы результат. А мне, знаешь, не безразлично. Так что случилось? Меня не отпускают с работы. Ну, тоже мне беда большая. Мы и это решим. Ну, хорошо. Просто, если мы с вами поедем, невозможно будет скрывать наши отношения. Лиль. Мы взрослые люди. Ну, почему мы должны скрывать наши с вами отношения? Ли, ну я очень хочу, чтобы вы поехали. Ну-ка, соглашайтесь. Я не могу. Но почему? Есть причина. Какая? Я не могу этого сказать. Это касается не только меня, извините. Лиля? Неужели ты? Я. Нет, я... Я на Европу не поеду. То есть ты меня еще решил предать? Теперь уже как тренера. Да только не надо делать из меня монстра. Ты вся прям такая святая, а я стерва. Только все не совсем так. А как? Понимаешь, то, что произошло у нас с Витей, это не случайность. Не случайно? А что, вы это сделали специально? Хочешь разговор по душам? Ладно. Мы с Витей встречались еще до моего отъезда в Америку. Как интересно. Ну что тебе интересно? То, что я сейчас об этом узнаю. Да, я не сказала тебе об этом тогда. Ну, я думала, что надо пощадить лучшую подругу. И потом я же видела, что Витька тебе тоже нравился. И когда приехала, я
Наташ, я честно, я правда думала, что все закончилось, но... Нет, не закончилось. Вот эта встреча. Совсем не изменялась. Ты тоже. Но разве что чуть-чуть. Ну да. Пополнел, постарел. Да нет, какой-то серьезный стал, что ли. Не похож на того безумного мальчишку. А ты здесь? У меня здесь дочка тренируется. Дочка? Как зовут? Ася. Ася? Ее Трофимов тренирует. Ася Самсонова. Да. А я думал, на фамилии-то. Как ты... Очень, очень талантливая девочка. Говорю тебе как тренер. Спасибо. Нет, правда. Так бывает редко. Это или от Бога, или от родителей. Андрей, я очень рада была тебя увидеть, но... Извини, дела ждут. Ну, подожди. Прости, правда, спешу. До свидания. До свидания. О, погорелись. Че грустишь? И вам не хворать. А что это вы меня кличете погорельцем? Ну хорошо, голодранец, какая разница. Тренер без ведущих спортсменов. Кто он есть? Голодранец есть. А с чего это вы взяли, что я тренер без ведущих спортсменов? Золотарева на хвосте принесла. А, Золотарева. Поставил ты сеть в известность. Ну, не знаю, что вам там Золотарева принесла на хвосте. Только я Логинову никуда еще пока не отпускал. Ну, отпускал, не отпускал. Дело темное, но, во всяком случае, пары у тебя нет. Но зато есть друг, который уже все продумал. И не надо. Не надо меня благодарить. Так, Виталь, ну все. Хватит, говори, если по делу. Еще как по делу. Я сейчас тебе кое-что скажу. Ты будешь по гроб жизни помнить. Ты знаешь, кто там сейчас катается? Кто? Воронин. Да ладно, какой Воронин? Он в Америке. Угу. С Америкой промашка вышла. У него партнерша рожать собралась. Ага. Это уже интересно. Извини. Ага. Идеальная пара для Веры Логиновой. А вот я бы на твоем месте подумал. Вера с ее характером, она ведь любого партнера доконает. Да что там далеко ходить-то за примером? Она у тебя две пары развалила. Ну, знаешь, Виталий, с Верой я как-нибудь сам разберусь, ладно? Ну, ради бога. Боже меня упаси вмешиваться. Пожалуйста, решай все эти проблемы сам. Но только у меня есть на примете отличная кандидатура. Закачаешься. Привет. Подписали документы? Да, все готово. Ну, все хорошо. Какая спасибо. Кандидатура? А, отличная партнерша для... Это, ага. Для Воронина. Какая? Какая? Фигуристка от Бога. Перспективная, талантливая. Возраст то, что нужно, да? Ну, что тебе еще сказать? Пластичная, техничная, ну? Виталь, слушай, ну давай, говори, не томи, кто? Измайлова. Ну, в общем, я догадывался. Мы просто не смогли друг без друга. Да и друг с другом тоже не смогли. Прям болезнь, что ли, какая-то. Невозможно было сопротивляться. Да и потом, между прочим, знаешь, так получилось, что ты сама нас столкнула друг к другу. Ну, в общем, так. Все эти подробности меня больше не интересуют. Завтра я жду тебя на тренировке. Наташа, какие тренировки? У тебя вообще есть самолюбие или нет? У меня есть цель. Я хочу выиграть чемпионат Европы. Для меня это сейчас самое главное. Господи, неужели ты сможешь переступить через все это?
Виталий Борисович. Да. Измайлов, это не серьезный разговор. Почему это? Ну, смотрел я ее. Ну. По твоей же просьбе смотрел, да. Ну. Девочка перспективная. Но Воронин. Воронин – звезда международного класса. Чувствуешь разницу? Нет, не чувствую. Где Воронин, а где девочка из Барнаула? Ну, она ведь очень способная. Слушай, Виталий, несерьезно. Меня Воронин на смех поднимет, если я ему это предложу. И правильно, кстати, сделает. Слушай, Миша, скажи честно, берешь или нет? Нет. Пока. Еще друг называется. Пока. Позвонились, уже вон. На домашний звонят. Значит, во-первых, я тебе обзвонилась. Во-вторых, отец звонил, Ромка. У тебя телефон звонит? Мат. Ну что ж, трубки не берешь? Ты издеваешься, что ли? Я побуду одна, ладно? Наташа. Наташа. Леточка, ты меня извини, ради бога. Я был занят, я не мог тебе ответить. У меня был важный разговор. А ты хотела мне что-то сказать? Так, ничего особенного. Просто меня выгнали с балета. Вот я в курсе. Как раз я разговаривал с Громовым, ну, в тот момент, когда ты звонила. Просил его взять тебя к себе. Ты шутишь? Ну и что он? Ну, я сделал все, что мог. Я расписал все твои таланты. Ну и? Что он сказал? К сожалению, попытка оказалась неудачной. Громов мне отказал. Конечно, где я, где Громов? Я для вас, для всех, просто провинциалка-неудачница. Слушай, Людочка, ну перестань. Просто-напросто у тебя это временные трудности. Ты у меня эти временные трудности постоянно. Ну, я обещаю тебе, я сделаю все, что смогу. Хватит обещания, а? Все, что ты мог сделать, ты уже сделал. А пустые слова я говорить умею. Ну, тебе надо просто успокоиться. Ну, ладно, я, пожалуй, пойду. Да, ты иди. Нравится? Нравится.
Получается, что ты мне вроде как предложение делаешь? Не вроде как, а делаю. Не расставались. А мне просто с Витей нравится работать. С ним легко. Мы же с ним скатанные. Поэтому не важно, сколько времени прошло. С праздником. Счастья тебе, Наташа. Не тяжело, нет? Ой, ой-ой-ой. Лен, ты билеты взяла? Да. А где коричневая сумка? У меня. А. Мам, где папа? Он не приедет. Вы же вчера простились, Никит. Это все вещи? Да. Я не знаю. Лен, да не нервничай ты. Папа! Возьми денежку. Нет, не надо мне деньги. А у меня есть, не надо. С отцом возьми, там перекусишь, кофейку попьешь. Спасибо. Не ходи голодная. Больше ничего не нужно. А, Наташенька, ты мне вчера не рассказала. А что, Берковская? Ну, так, кочевряжется. Ну, все будет нормально. Да, я тоже так думаю. Ничего, все образуется, и Витюша вернется. Да нет. Витюша не вернется. Ну, чушь не говори. Это не чушь. Они, оказывается, еще до Америки встречались. Ну, зачем ты это выдумываешь, а? Она мне сама вчера все рассказала. У них, видите ли, роман со стажем. Вот дрянь, а! Вот дрянь! Молчала столько времени и молчала бы дальше. Нет, вот помело свое распустила. Ну, ты понимаешь, да, что вместе вы работать не можете? Да нет. Придется. Ничего не поделаешь. А потом, ты знаешь, работа, она отвлекает от реальности. Ладно, там Ромик один в больнице, поеду. Да. Пока. Да, Вить. Да. Виталик искал меня? Да, искал. Проходи. Садись. Разговор у меня к тебе есть. Я догадываюсь, о чем. Ну, правильно догадываешься. Я же сказал, как я к этому отношусь. Ничего не изменилось. Миш, ты понимаешь, что мне нужно, чтобы ты ее тренировал? Я понимаю, Виталик, очень хорошо понимаю. Ну, не могу я его взять себе. Не могу, понимаешь? Не проси. Ну, что мне, в конце концов, предложить тебе за деньги ее тренировать? Ну, давай. Давай на коммерческой основе тренируй. Ну, только тренируй, Миш, тренируй. Виталий, я тебя понял. Давай откровенность за откровенность. Я Измайлова тренировать не буду. Тем более за деньги.
Ты ведь захочешь результат, а я тебе его обещать не могу. Ну как я буду смотреть тебе в глаза за твои собственные деньги? Надеюсь, ты меня понял. Понял. А ты обратись к Трофимове. Вон у него Козырев как катается. Вернее, катался. Пусть попробует. Если что, я у себя. Спасибо за прямоту. Пап, а мы когда с тобой увидимся? Никогда. Да ты что, Никит? Мы скоро будем видеться часто-часто. А через недельку я к вам приеду. Обещаешь? Обещаю. Я же говорил, кто ищет, тот всегда найдет. Что, уже празднуешь? Не рановато? Это ты о чем? Да ни о чем. Анжела, я тебе Логинову не отдам. Ах, вот ты о чем. Угу. Вера девочка взрослая. Сама решит, что ей делать. Да, по-моему, ты решила за нее все уже. Ну, скажем так, я ей помогла в трудную минуту. Было дело. Ну, она девочка с амбициями, а с победами сам знаешь. Так, Анжела, вот это не твое дело. Занимайся своим балетом, не лезь во взрослые игры. А я и занимаюсь балетом. Вот приму новую нашла. Послушай, ей кататься надо, медали зарабатывать, а не в балете скакать. Она первоклассная фигуристка, а не балерина. Ее амбиции ей не позволят проигрывать. Михаил Ильич. А у меня она будет первая и единственная. Понимаешь? Только что прошу, Владимир. Владимир Абрамович. Вы ко мне? Здравствуйте. Я насчет Козырева. Как он? Держится молодцом. Собирается скоро вернуться в строй. Если честно, я на это очень рассчитываю. А я, если честно, вы должны сказать Козыреву, что он больше не вернется в большой спорт. Звучит как приговор. Однозначно. Не спешите. Мы еще поборемся. Ну, ладно, 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 Михаил Ильич, ну, хватит ссориться. Поговори ты со мной хоть раз как с женщиной, в конце концов. О, да с удовольствием. Если только это образумит Логинову, понятно? Какой же ты упрямый. Да, я такой, я упрямый. Я Труффальдино из Бергамо, клоун, здесь прыгаю. В кои-то веки такой прекрасный мужчина обратил на меня внимание. Все о работе, работе, работе. Ну, что тебя тревожит? Анжела, у меня пара распадается. Вот это меня тревожит больше всего. Проходите, присаживайтесь. Владимир Ильич, ну какой-то выход должен быть. Выход? Выход есть. Нужна операция. Давайте. Давайте делать операцию. Если хотите быстро прооперироваться, то лучше это сделать за границей. У нас очередь на полгода расписана. Какая очередь? Рома же не последний человек. А вы думаете, у нас очередь из последних людей состоит? Хотя для меня нет ни первых, ни последних. Все они люди. Да извините, я совсем не это имел в виду. Да я все понял. Но за границей действительно будет быстрее. Я могу, учитывая обстоятельства, поставить вас только на конец
на конец марта. Это вас устроит? Только конец марта. Можно? Верочка, да не можно, нужно. Проходи. Присаживайся. Ну? Как настроение? Да ничего, а что? Да ничего. Сейчас будет хорошее настроение. У меня для тебя сюрприз. Хороший или как обычно? Как обычно, хороший. Кажется, я нашел для тебя партнера. И кого? Ну, пока рано еще говорить, чтобы не сглазить, не все сразу. Мне сразу-то не нужно. Я все равно с ледовым шоу вещаю. С каким шоу, Вера? С ледовым шоу. Я же вам говорила. Верочка, я тебе подобрал партнера, ты слышишь меня? Так что ледовое шоу отменяется. Что значит отменяется? А со мной вообще кто-нибудь когда-нибудь будет советоваться здесь, а? Ты кто такая, Логинова? Ты кто такая? Если бы не я, тебя вообще бы не было. Ну, спасибо. Облагодетельствовали. Мне твои закинуло вот здесь уже. Я из кожи лезу вон, партнера я ищу. Не смей мне перечить! Хватит уже, а. Женой будете командовать. Так пошла вон отсюда. Вообще. Ну хорошо, если это заграничный вариант. Где это можно быстро сделать? А я попробую узнать. Владимир Абрамович, вы только узнаете, ладно? Пожалуйста, я вас очень прошу. Я обязательно узнаю, обязательно выясню. Не переживайте. Только... Что только? Вы понимаете, там это стоит значительно дороже. Да это не проблема, это мы решим. Ну, если так, то все нормально. Я сделаю. Сделаете? Обещаю. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Кажется, все. В машине да, ничего спасибо, не забыли. Ничего. Ага. Спасибо большое. Спасибо, счастливо. Спасибо, до свидания. Спасибо. Так, я за тележкой. Ага, давай. Вот видишь, дождик в дорогу, хорошая примета. А ты плачешь. Иди ко мне, ребенок. Происходит? Макс Воронин, заметка, приехал. Я вижу, что не Берковская. Я спрашиваю, что происходит на льду во время моей тренировки. Привет. Ну, попросил Макс покататься. Берковской все равно не будет. Здравствуйте. А где Берковская? Видимо, вчера перепраздновал. Звонила, сказала, что заболела, не придет. Чем заболела? Диагноз я не спросил. Потом, вы подруги, что меня спрашиваешь? Воспалением хитрости. Ну, что мне делать-то?
кататься что делать? С кем мне кататься? У меня партнерши нет. А вон, чем тебе не партнерши? Я вижу, у вас коннект. А что это? У вас фигуристы друг с другом команда. Она наш тренер. Трофимова? Да ладно. Она же фигуристка. Ты отстал от жизни, Макс. Быстро у вас тут дела делаются. Ну, как ты хотел. Она же Трофимова. Ты что не хочешь? Ну, спасибо. Не холодно? Папа к нам приедет? Обязательно приедет, сынок. Когда? Ну, я не знаю, скоро. А когда скоро? Никитка, а мы с тобой сейчас на самолете полетим. Хочешь лететь на самолете? Нет, я к папке хочу. Никит, ну папа скоро чемпионат, ему сейчас немножко некогда. А потом, после чемпионата, он обязательно прилетит. Он приедет к нам? Ну, конечно, приедет. Оливье, как ты любишь? Ну, поешь, Коль. Не могу. Не хочу. Я же не хотел его отпускать, но отпустил. Плохой я отец. Ну что ты, перестань. Ты не прав, ты очень хороший отец. Ну что ты? Правда? Ну ты ведь каждую свободную минуту после каждой тренировки ты всегда бежал к Никите. А теперь бежать некуда. Ну перестань. Соберись. Нам сейчас нужно о Европе думать, потом чемпионат мира. Да думаю, я думаю. Вот только Никите сейчас. Я нужен как никогда. Но вы же не навсегда расстались. Сашка, я так волнуюсь. У меня такое чувство, что навсегда. Перестань. Ну, представь, что это мы с тобой уехали на сборы, и скоро вернемся, и вы встретитесь. Ой, как хорошо, что есть такие вип-залы. Спокойно, без нервов, без суеты. Катя, я, по-моему, реквизиты дома оставила. Ну, ничего, завтра вышлю. Факсом? Конечно. Не забудешь? Лен, ты такая счастливая, ты летишь в Лондон. Спасибо большое. Спасибо. Дэви тебя встретит, расслабишься, отдохнешь. Кстати, а как там наш свидетель? Фред. Это тот красавец? Да, блондин. Этот высокий? Да. О, классно. Он свободный? А я не знаю. Нет, ты узнай, потому что нам нужен только свободный. Ну, ты же знаешь, что мы любим. Ну, будет не свободный, заменим. Хорошо. Только на хорошего. На очень хорошего. Хорошо. Слушай, Лен, а Никита-то где? Никита! Никита! Ну что, одна подпись, и с этого дня в новую жизнь? Главное, чтобы она не оказалась еще лучше предыдущей. Вот-вот, умница, ты все правильно делаешь. В моем балете ты будешь примой, лучшей из лучших. И к Кремневу поближе. Я сейчас говорила с Громовым. С Громовым теперь буду говорить я.
Это что? А что, в случае расторжения договора мне нужно будет вот такую сумму выплатить? Да. Ты не обращай внимания. Обычный типовой договор. Что, особенно так везде одно и то же. На ворох смотришь в окно, тебя здесь нет. Ты далеко отсюда. Он, наверное, ждет во дворе. А если нет, то собрала подруга. А потом вечерний сеанс последний ляг. И нежное шептанье. Почему не на тренировке? Не видишь, я заболела. Болею я. А для тебя вообще умерла. Собирайся живо. Я что-то не поняла, а почему ты здесь командуешь? Потому что я твой тренер. О, господи. Тренер нашелся. Собирайся, я сказала. А то что? Что ты мне сделаешь? На веревке меня потащишь, да? Надо будет. Потащу. Мальчика, не видели такого беленького в оранжевой курточке маленького, нет? Нет, нет, не видели. Девушка, вот этого мальчика не видели в оранжевой куртке? Господи. Простите, молодой человек, а вы не видели тут мальчика такого, вот такого беленького в оранжевой курточке? Кать, я его, кажется, потеряла.